Кем по национальности был Жак Ширак? У некоторых армянских фантазеров на подобные вопросы всегда есть ответ, конечно же, армянином. Если серьезно, то в связи со смертью экс-президента Франции Жака Ширака, в армянском сегменте соцсетей начали мелькать мысли о наличии у покойного армянских корней. Мол, в Армении есть Ширакская область, значит фамилия Ширак имеет армянское происхождение. Адекватные армянские пользователи, конечно, раскритиковали авторов идеи, но разговоры все равно уже пошли. В связи с чем авторский канал «Кто по нации?» Зен Яндекс.ру провел небольшое расследование и выяснил, что никаких армянских корней у Жака Ширака не было. А фамилия Ширак идет из кельтского языка, на котором говорили предки французов еще до римского завоевания. Занятная дискуссия развернулась в комментариях к этому расследованию. Видно, что постоянные попытки присвоить тех или иных известных в мире лиц оказались замечены не только нами.